Выставка «Очаг» открылась в историческом парке «Россия. Моя история». Название, по словам организаторов, выбрано не случайно, ведь женщина – это хранительница домашнего очага. В экспозиции представлены работы студентов художественно-графического факультета ДГПУ. Это произведения живописи, графики и скульптуры. Творческие работы, по словам руководства музея, рассказывают о семейных ценностях и отражают смысл Международного женского дня.